Друзья, всем привет, всем доброго утра. Всех с пятницей поздравляю. С пятницей-развратницей. Я у себя в центре нахожусь, на работе. Ну, практически на работе, но иду. Уже кое-что поделала, какие-то дела. Сейчас иду в магазин. В Пятерочку, мне надо кое-что купить. В чем одета сегодня? Синие брючки, такая кофточка у меня. Давно еще на Валберес заказывала вот эту. И как-то ее и не надевала даже. Сейчас решила надеть. Тут у нас такой скверик хороший. Можно даже выйти на прогулку. С этой стороны скверик. И там тоже скверик возле Садового кольца, где памятник Кобзону. Ну, здесь прям через дорогу у меня. Хорошо, здесь рядом с работой все. И аптека, и Пятерочка. И братья Караваевы, еда тоже вкусная, птички кушают, и ворона в припрыжку. На улице пасмурно у нас, небольшой дождик прошел, но сейчас дождя нету, я вот выскочила, думаю, чтобы не замокнуть, у меня нету зонтика. Тут кафе-пекарня, вот, и Пятерочка. И вот кулинарная лавка братьев Караваевых. Пятерочка здесь у нас с 8 открывается. А я сегодня проехала магазин. Мне нужно было заехать в перекресток. Он в 7 открывается, и я его прозевала, проехала мимо. Здесь тоже кафе. Готовят прям за стеклом все ребята. Пятерочка. Что у нас из фруктов? Абрикосики по 129. Нектаринчики по 349. Я вот покупала по 129. Только в Магните, по-моему, очень хорошие. Мне понравились нектарины. Груша 199. Тоже есть здесь отдел с готовой продукцией. Всякие салаты. Салатик по 149 рублей, 119. Вот тесто я здесь покупала для чебуреков. Такой же есть для пельменей, маленькие. И вот эта лапша тоже хорошая, домашняя. Лагманная тоже хорошая. Так, а это что такое? Паштет из шампиньон. Хумус классический. Я как-то покупала с лимоном, по-моему, был такой вкусный, с кедровыми орешками, тоже с кедровыми орешками. Черешня по 499 рублей. Абрикосы 129. Это абрикосы. Я думала, это нектарин вообще-то. Так, мне надо на компот сейчас кое-что купить. Я решила заморозку купить на компот лучше. Ух ты, как симпатично все. Все по 69 рублей. Вот такие мисочки 69. Вот это тоже 69. А здесь все по 29. То есть стаканчики пластиковые. Такие маленькие баночки 29. Хорошие, кстати. 99. Контейнеры. 3 штуки 99.
супер. Взять, что ли, симпатично. Такие тоже, наверное, надо взять. Три штучки. Так, хлеб у меня есть. Здесь заморозка. Вот они, ягоды. Возьмем лишнее. Так, потом мне нужна сейчас томатная паста. Скидка 99 рублей. Вот это вот сейчас паста. А была 129. Ну, мы ее возьмем. Отлично. Так, в общем, я набрала себе сейчас к завтраку вот эту еще улиточку. С чаем попью. Веньки корм. Какой-то тоже новый. Индейка с зеленым горошком, с морковью в желе. Цезарь. Вот эти вот на всякий случай тоже всегда беру. Так, это все на работу. И лапшу тоже сейчас. Я куриный суп как раз варю. Сейчас вот эту лапшу туда заправлю. Да, сахар тоже 63 рубля здесь. 63 рубля. 54 это молоко. Какое молоко? Откуда здесь ценник молоко вообще? В сахаре, да? А этот 74, 89. На этом вообще цены нет. Так, друзья, ну я уже иду обратно на работу с целой сумкой. Ну, это все по работе, там кое-что для дома, вот, для Вени. И зашла еще в аптеку, ну, рублей, наверное, 500 или 600 потратила в аптеке. Так что сейчас приду, покажу вам, что я купила в аптеке. Какие лекарства. И, кстати, фестал хотела купить. Какой он дорогой стал, боже мой, вообще обалдеть. И я за место фестала, она мне посоветовала другое лекарство, индийское. И я говорю, а что это производство? Она говорит, Индия. А Индия это очень хорошее. Всегда Индия, это нет подделки, это 100%. Шри-Ланка, Индия, у них вообще 100% лекарства. Вот, и купила. Сейчас покажу вам, может быть, кому-то пригодится. Может быть, вы тоже не знали, потому что фестал, она мне что-то сказала, 600 рублей с чем-то, а эти что-то в районе 150 рублей. Представляете, разница какая. Здесь вот палисаднички такие не разбивают под окнами, как у нас в центре, видите, не особо. Клумбочки не делают. У нас-то под каждым окном. Ну, я говорю, у нас очень много приезжих. Приехали с разных регионов, купили квартиры, поэтому они, наверное, скучают, хотят что-то посадить. Ну, и как бы наводят сами красоту. Кто живет, видно, на первых этажах, на вторых занимаются. Ну, может быть, пенсионеры занимаются этим. Красиво. А здесь нет такого. Здесь такого нет. Девочки, еще хотела вам сказать по поводу Саши. Не надо на него обижаться, не надо там говорить какие-то гадости, глупости сейчас про него. Парень живет своей жизнью, это раз. У него есть свои друзья, есть свои подружки. Поедет на юг, увидите, что у него много друзей очень. Вот. Потом он защищал меня в этом видео, ну и себя тоже, соответственно. За оскорбление, правильно, половину пошли в бан. Так что просто на будущее люди будут знать, что надо как-то язык свой за зубами немножко держать. Так что обижаться на него не нужно. И бояться его тоже не нужно. Если вы ничего плохого не говорите... И не пишите, то и нечего бояться тогда. Так, покажу, какие купила таблетки. Так, это чеки. Вот, вместо фестала
Смотрите, называется Юни Энзим. Вот, это вместо фестала. 10 таблеток. 149, по-моему, рублей стоит. Вот состав можете почитать здесь, кому интересно. Да, сделала новый маникюр. Кто-то говорит, ой, это старое видео, это у нее красный лак. Нет, я сделала новый маникюр. Вот такой, да. Только я сегодня пойду, потому что у меня полосочки немножко отклеились. Наверное, может быть, сегодня... Вот здесь оторвалась полосочка. Может быть, сегодня пойду запишусь к ней, чтобы она мне подправила. Здесь этот и этот ноготь сделали матовые, остальные глянцевые. Такой маникюр. Конкор 2,5, который я принимаю на постоянной основе. Мизим купила. Вот, кстати, мизим, как ни странно, стоит недорого. Я даже удивилась. Вот. Сколько? 20 таблеток. Тоже что-то в районе 150 или сколько-то. В общем, недорого. И омепразол. Тоже периодически как бы пью, поэтому тоже его купила. Ну вот, все мои таблетки. Это для пищеварения просто купила, чтобы иногда, когда объешься что-то, и... У меня родители пожизненно пили фестал. Вот до конца жизни мама все пила фестал, и папа пьет, постоянно фестал покупают. Всегда, они говорят, пей всегда. Поела, выпей таблеточку, поела, выпей таблеточку. Вот всегда пили мои родители. Вот им по 80 лет. Ну, мама уже умерла, было 80 лет. Папе 81, вот будет 82 в ноябре. Так, что купила в магазине? Я сахар купила. Вот эти баночки я взяла по 29 рублей. Очень хорошие. Так, ну, баночки я, наверное, домой отнесу, скорее всего. Может быть, здесь по одной такую, одну маленькую, одну такую оставлю. Так, здесь филе куриное. Растительное масло. Так, это томатная паста. Чеснок. Вот такую вермишель я взяла, лапшу, потому что тупо смотрела, она вся слипшаяся. Взяла вот такую домашнюю лапшу яичную. Так, это на компот мне. Это булочки. Так, а остальное все тут корм для Вени. Все. Сюда убираем. Так, и начинаю дальше работать. Таблетки тоже уберу. Так, что я сегодня делаю? У меня сегодня вот такой салат. Здесь картошка. Здесь картошка. Здесь грибы маринованные. Капуста квашеная. Лук красный. И лук немного зеленый. Кстати, лук зеленый хотела еще купить, добавить сюда и забыла. Ну ладно. Вот такой вот салатик. И маслом я его еще добавлю масло растительного. Такой простенький салатик. Так, здесь я куриный суп варю. Здесь я сейчас добавлю еще филе куриного. Это как такой рагу будет у меня здесь. Ну, типа рагу, да, но еще помимо этого я еще гречку сварю. То есть это будет идти как горячее, в смысле... Так, это у меня кабачки, филе куриное. Сюда еще сейчас филе куриное добавлю. Кабачки, баклажаны, филе куриное, красный перец, лук. Сейчас еще чеснока сюда добавлю, все это потушу. И буду подавать с гречкой. Так, сюда компот. Все. Это своей начальнице я приготовила. Здесь кабачки ей пожарила и индейка. Сама буду чай сейчас пить.
вот нектаринчики, которые я вам говорила, я покупала. Немножко отпила чайку. Сейчас буду чай пить. Еще даже не завтракала. А время 8:56. 9 часов. Вот такие вот дела, девчата и ребята. Так что начинаем работу. Всем доброе утро и хороших наступающих выходных. Будем отдыхать, друзья, наконец-то. Господи. О. Видно вам будет или нет, но у нас радуга. Она не очень большая, не очень яркая, но она есть. Хотя дождя нету вообще. Ну, дождик обещает, обещают впереди, вот прям над домами радуга. Не знаю, будет видно на видео или нет. Бледненькая такая. Вот я увеличила, сейчас видно радугу, да? У нас всегда в этом месте радуга, всегда. И когда дождик, у нас вообще здесь очень красивая радуга. Она всегда огромная, яркая, иногда бывает даже двойная. Очень красиво. Может быть, если пойдет дождь, сегодня будет радуга здесь. Я еду домой. Друзья, я спала. Пришла с работы, спала, прям вот только-только проснулась. Ой, что-то прям... Надо свет включить. Ой, все выключено у меня здесь. Сейчас свет включу. О, да будет свет! Ура! Я спала так хорошо вообще. Потому что я, когда засыпала, начался дождик. Я пришла с работы и прям думаю, лягу спать. И только легла спать, и чувствую, кап-кап-кап-кап, прям начинается дождик. И все, и я уснула. Спала, и вот сейчас проснулась, время... Ну, где-то я проснулась, наверное, в 7:15, я думаю. Пока еще лежала просто в кровати. Вечер, я имею в виду, в 19. У нас радуга вышла. Ну, как я и говорила, у нас всегда здесь радуга, и все гремит, у нас гром, гроза, молния, в общем, все-все-все. Сейчас покажу вам. У нас вот все. Вот она, радуга, видите? Вот она. Радуга, дуга, красавица наша. И вот такая погода. Все гремит, сверкает, там вообще все черное. Здесь, там хотя бы немножко просвет оттуда идет. Ну, в общем, был такой огромный ливень. Слышите, гремит все. Все мокрое. О, молния сверкнула сейчас. Ну, радуга бледная, конечно. Радуга сейчас бледная. Но она вот, она наверху еще, она наверх идет. Может быть, поярче будет немножко. Ну, гремит прям очень хорошо. Прям гремит, сверкает. Сейчас попробуем молнию с вами поймать на кадр. Вот. Была только что. Ух ты, там радуга, вот она. Она у нас всегда вот такая большая. Отсюда туда идет. Там почти исчезла. Радуга хорошо видна. Ой, как гремит все, обалдеть. Вот оно и лето пришло. Наконец-то гроза, молния, все сверкает. Лето. В Москве лето. Ура! Лето пришло, лето пришло. Это самые мои любимые сладости, девчонки. Это лимонные дольки. Я просто их обожаю. Обожаю. Особенно вот такие вот рыженькие и желтенькие. Самые вкусные. И зефир Шармель. Вообще люблю зефир в любом виде. Люблю и без шоколада, и с шоколадом. Но вот этот Шармель с шоколадом, он такой нежный. И шоколад покрыт прям такой очень вкусный шоколад, который тает прям во рту сразу. Так что сейчас сяду чай пить. И так как я уже выспалась, вечером, наверное, я поздно лягу сегодня спать.
Скорее всего, я сейчас, наверное, попью чай и буду рисовать какую-нибудь картину. Вот. Думаю, что что-то с радугой будет связано. Так что ждите новых моих произведений искусств. Всем еще раз хорошего вечера. Ух, как гремит. Да, под такую погоду спать было самое оно. Поэтому я прям выспалась отлично.